Вместе с потеплением становится актуальным вопрос безопасного участия в дорожном движении велосипедистов и пешеходов на средствах персональной мобильности. Шеринговые компании уже активно предлагают всем желающим взять их в аренду. В целях упреждающего воздействия на состояние дорожной безопасности с 19 по 26 марта госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Движение по правилам». Проводимые мероприятия направлены на профилактику нарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам и велосипедистам о правилах безопасного участия в дорожном движении, особенно при пересечении ими проезжей части, о причинах и последствиях ДТП, ответственности за совершенные нарушения. Повсеместно наряды ГАИ будут приближены к пешеходным переходам. В рамках повседневного надзора за дорожным движением и при проведении рейдовых мероприятий инспекторы дорожно-патрульной службы проконтролируют соблюдение ПДД велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности, а также водителями в части предоставления преимущества в движении пешеходам и велосипедистам. Берегите себя и будьте в безопасности!